два карандаша и ластик стоят столько же, сколько один карандаш и четыре ластика. Два карандаша и ластик стоят столько же, сколько один карандаш и четыре ластика. Скажите, пожалуйста, каким знаком математики надо заменить стоит столько же? Да, пожалуйста. Мне кажется, равно. Равно, да. Это равно. Молодец. Это равно. Ну, а если у нас равно, во сколько раз карандаш дороже ластика? Посмотрим на нашу левую часть и сравним с правой частью. Что мы можем убрать, чтобы равенство было верным? Да, пожалуйста. По карандашу. И справа, и слева есть у нас карандаши. Мы можем их убрать. Слева и справа у нас мы можем снять по одному ластику. Да. И получится, что один карандаш будет равен. А там вопрос был какой? Да? Во сколько раз? Во сколько раз? Мне кажется, в три раза. Три раза. Итак, ответ в три раза. Очевидно, что у нас дороже в три раза. Хорошо. Что мы с вами сделали? Мы с вами подровняли обе части. На что? Мы сняли то, что было одинаково и слева, и справа. И посмотрели, во сколько раз.